Тяжело срывать газон? Тяжело. Морально тяжело или физически? И физически, и морально. А нет. Сами ходите на футбол, нет? Нет, я вообще не любитель футбола. Ну вот видите, вы с нас шкуру сдираете. Да. Живьем. Наша организация приступила полностью к замене, демонтажу и монтажу растительного покроя, ну, поля, слой. Плюс мы будем дополнительно монтировать дренаж, чтобы водостоки уходили. Ну и, соответственно, с сегодняшнего дня вот мы начали, как видите, к демонтажу. То есть убираем верхний растительный слой, чтобы будет же полностью меняться. Подогрев поля остается. До него будем снимать слой. Да. А потом уже поверху будут устанавливаться дополнительно дренажные системы, будем монтировать. Потом сверху опять уже будет снова наноситься новый слой. То есть щебень, песок и, естественно, новый растительный слой. Вообще мы должны замену вот этого слоя до 10 мая хотим. Потом уже будет, да, сверху уже растительный слой. То есть подготовочные работы, установка дренажа, монтаж, все. То есть весь нижний слой будет нанесен до 10 мая, мы должны закончить. Потом уже дальше будет растительный слой укладываться. Все.